надо же понимать, что мне 93 года. Чтобы не было той ошибки, которая происходит всегда. Человек исчезает, люди локти кусают. Почему же мы его раньше не записали? Пока я в состоянии что-то еще делать, надо фиксировать, потому что тут уже не то, что каждый день, каждый час уже стал дома. Больше кистями. Вот. Не устоял. Классика – это искусственная дисциплина, возникшая в период романтизма, когда было определенное мировоззрение, в частности, взгляд на женщину. Пуанты – это гениальное открытие, гениальный ключ к раскрытию лирического мира человека, его фантазии. Когда человек становится на пуанты, то он переходит в мир чувств, в мир фантазии, в мир грез. Пуанты не терпят натурализма, не терпят прозаизмов. Нельзя на пуантах подметать пол, как это делала Золушка у Захарова в балете. Потому что пуанты – это переход в иной мир. А потом все слилось. Понимаете, пытаются народные танцы танцевать на пальцах, как делал Григорович в «Лебедином озере», понимаете? Испанские на пальцах, тарантелл на пальцах, мазурка на пальцах, венгерские на пальцах. Ну и что же, это все опять же начало краситься в одну краску, как забор. В то время как два стиля, конечно, очень помогали балету объемнее раскрывать в мире танца жизни. Я всегда воспринимал значительно шире понятие танца, нежели понятие классический танец. В то время как мышление вот артиста балет, который работает в классическом танце, оно обычно сужено, хотят они это или не хотят, только до этих, так сказать, пределов, которые существуют в классический балет. В то время как классика — это стиль рациональный, он не порожден природой, он не порожден органически переживаниями народа. Народный танец, он подлинно рождается из быта народа, из его психологии, из его характера. Это понятие рациональное, у него существуют очень точные правила, которые ни в коем случае нельзя нарушать.
Народ танцует так, как он чувствует. И поэтому понятие «танец» во много раз, во много крат шире, чем понятие «классический танец». Искусств есть свой масштаб и свои границы. Нельзя требовать понятия от художников звука, нельзя требовать от музыки красок. Нужно работать в том ключе и на том языке, на котором это искусство способно быть предельно выразительным. Yeah.
до хореографии держал экзамен в кинематограф. Я был принят и был в списке. Но в это же время меня привели в студию к Вере Ильиничне Масаловой, бывшей артистке Большого театра, и это перетянуло. Как я туда попал? Никаких собственных поползновений у меня к этому не было, потому что я до этого никогда не видел балета. Я увидел балет после того, что попал в школу Большого театра уже в виде участника. Такое впечатление, что вот кто-то мне переставлял на те места, на которые было нужно. И так вся жизнь. Я рожден как человек искусства. У меня образное мышление. Философского во мне очень мало, а образное мышление у меня очень сильно развито, и я мог бы быть, как я сам чувствую, я мог, может, только не композитором, но я мог бы быть художником, мог бы быть режиссером, мог бы быть скульптором, мог бы быть архитектором. Это вот, все это я чувствую, что если бы начал не с этого, а с того, то там бы тоже могло получиться. Девушки, последние немножко опаздывают. Давайте с диагонали. Мчаться только вперед, бросать ногу вперед на судьбаск. Только вперед, ясно? Внимание, Саша, это я, Татьяна. Тут вся прелесть в динамике этого пролета, понимаете? Почему только на больших сценах это и можно делать. Внимание! Приготовились?
мой уход из Большого театра. Конечно, это был 100% перелом биографии. Область, в которой я уже достиг определенных высот. В 24 года я был балетмейстером Большого театра. Сами посудите, что это явление чрезвычайно редко. И вдруг мне начинают говорить: забудьте о том, что вы когда-то что-то ставили. Вы здесь останетесь только исполнителем. Для меня это было равносильно тому, что уходите вон. И мне пришлось начать с нуля, потому что мне пришлось создать совершенно другое дело, другого профиля, другого направления. У меня самого опыта не было в области народных танцев и так далее. То есть это стопроцентная перестройка своих знаний, своего характера, своей практики и так далее, и так далее. Большего, так сказать, крушения, так сказать, в жизни я уже не испытывал, но это крушение равносильно, так сказать, перерождению в новую жизнь. Как вы вообще сейчас относитесь к Большому театру? Ну, я на этот вопрос ответил бы словами Корнеля на смерть кардинала Ришелье, который сказал: кардинал сделал для меня так много хорошего, что я не могу сказать о нем плохо. Он сделал мне так много плохого, что я не могу сказать о нем хорошо. Легенда всегда перерастает в реальность. Понимаете? Они возникают от того, что есть повод. Но элемент преувеличения всегда есть. Особенно во второй половине, когда человек уже может меньше. Я бы сравнил с тенью, которая на закате становится длиннее. Техника Уланова никогда не была чем-то значительным. Но она была вся проникнута чувством, тоже в определенной гамме. Не героические, а чувства глубоко лирические. И эстетика надломной лилии. Это не мои слова, слова Вертинского. В этом ключе, в этом диапазоне она была ни с кем не сравнима. Были певцы и при Шаляпине, и в том же Большом театре, с точки зрения чисто вокальной. Но если прибавить к этому шаляпинский артистизм, так же, как у Вертинского полное отсутствие голоса, но, дай бог, любому певцу, то интонационное богатство, которое в голосе Вертинского было, он интонацией мог выразить самое глубокое и самое тонкое, абсолютно. И в этом сила его величайшего мастерства. И только слепительной лазурь птиц дай к романам в Танарово, в лимонном Сингапуре. Вы, когда у вас на сердце тишина, вы прочем на синий нахмурик тоску. Там, та-да-ди-да, та-да-ди-да.
На меня больше всего подействовали два хореографа. Это Фокин и Гурский. Вот с кого я хотел брать пример. «Никогда с Петипа». Это был архитектор танца. Эти его построения, его положения были непреложны. Но он всегда был статичен. Поставить полукруг, этот полукруг долго существует. Если надо переставить органично и естественно, он этого делать не умел. Выйти из одного положения и влиться в другое положение. То, что блестяще делал Фокин. Я горжусь тем, что мне приходилось и встречаться, и беседовать со Станиславским еще. Потому что был момент, когда мне предлагал поставить советскую оперу с ним. Но я счастлив, что этого не произошло, потому что это была опера, которая называлась «Пограничники», по-моему. И когда я пришел на первую репетицию, и выходит секретарь райкома, и с ним председатель колхоза, что ли. И я услышал первые слова: «Ты правильно поставил вопрос!» Я понял, что эта опера жить не будет, и мне тоже там делать нечего. И действительно, потом эта опера не пошла. А начинал я свое образование не с балета, ну, хореографическое, как... А я в студии Рубена Симонова ставил движение в замечательном спектакле, который, к моему сожалению, мог бы, мне кажется, идти и до сих пор. Назывался... Это в студии Симонова. Назывался он «Красавец с острова Люлю». Практически я изучил и систему Станиславскую, и систему Вахтангова. Потому что я работал и в театре, и был консультантом в Амхате в спектакле «Мольер» Булгакова, когда я, зная дуэльный кодекс, показывал все приемы фехтования и все приемы поведения, как надо снимать шляпу перед королем. Такой момент, когда я попал за кулисы, шла какая-то репетиция. И за кулисами было темновато. Я видел силуэт какого-то большого человека, который на цыпочках шел за кулисами, чтобы не шуметь, не помешать репетиции. И когда мы вышли в более освещенное место, я видел, что это был Станиславский. Вот это такое понятие «святое отношение к искусству». Он был обаятелен, притягательно обаятелен. А с Немировичем не общались? Общался обязательно. Немирович, прежде всего, был на моих спектаклях в Большом. Ему очень нравился «Три толстяка» балет, который я поставил. А вот Мирхольда, Таирова, их спектакли, конечно, видели, да? Конечно. Все видел. Я же был человек своего времени. Вообще, я считаю себя свидетелем века. Я помню еще царскую Россию до революции, потому что революция застигла меня уже в Москве. Мне было 9 лет. В 11, когда мне было, это был 17-й год. Я помню городовых, помню войну 14-го года. Так что у меня огромный объем впечатлений от России во всех ее стадиях и ипостасях. Имея такую длинную жизнь, есть много что сказать. Ну, а что нужно сказать, это уже будет продиктовано возможностями
и условиями, личными возможностями, личным здоровьем, умением и условиями, в которые, так сказать, можно будет себя еще проявить. Это уже есть много уже каких-то зависимостей, которые будут определять, сможешь ли что-то свершить, что свершить, как свершить, когда свершить. Сейчас сами понимаете. Трудно мне сказать определеннее. Кто знает, что ждет меня через год, через полгода, завтра. Ну, не будем так грустно смотреть, потому нет, что... Нет, это не грустно, это абсолютно... Каждый человек, да, наверное, не знает, что ждет его завтра. Я не говорю о том кирпиче, который может упасть... Я говорю о том возрасте, который, так сказать, уже сам определяет, что человек уже не сможет расти вверх, он может расти. Ведь старость – это та же жизнь, только в обратном направлении. Thank you.